Ты не бойся, он хороший, хоть на нас не похожий. Не похожий на тебя, не похожий на меня. Просто так похожий парень чернокожий. Не похожий на тебя, не похожий на меня. Просто так похожий парень чернокожий. Ну вот, чай пью после бикланча, чаек у меня с лимоном. С лимоном, песочком, сейчас песочку положу немножко, буквально две ложечки положу, хватит, потому что буду пить с конфетами чай. Конфеты белорусские, так что я хочу поблагодарить белорусов за такие вкусные конфеты. Называются они белорусские конфеты, глазированные. А изготовитель СОО «Коммунарка», Республика Беларусь, город Минск, Аранская, улица 18. Производство находится там. Так что вкусные у вас конфеты. Вот. Отдельные. Мне нравится. Да, очень вкусные. Шоколадные, вкусные конфеты. Так что если будете проезжать мимо производства, можете передать привет из Санкт-Петербурга, что и передать, что им у них вкусные конфеты. Вот такая вот конфета небольшая, шоколадная, вкусная. У нас сегодня ветродуй. Сильный ветер дует. Вчера. И вчера. 24 метра в секунду. Сообщение пришло. СМС-кой телефон. МЧС прислала сообщение. Вот. Ой, хорошо. А что, сильный ветер. Наверное, кое-где, наверное, это повалил все-таки деревья в городе. Да и ветки, это тополя сломаны, потому что, повторюсь, у тополя самая плохая древесина. Вот, поэтому они падают, деревья эти. А самые стойкие это береза, сосна, дуб. Этот клён. Ёлки. Ёлки всякие разного. Ёлки, пихты, лиственницы. Сосны. Да, сосны самые стойкие деревья. Топливо,
вкуснотища. Ну, это вкусно. Очень вкусные конфеты. Очень вкусно. Без 29. Ой, хорошо. Сейчас попью чаю и до боковую. Спасибо вам. Ну вот, второй чай со второй конфеткой попью. Вкусные конфеты, действительно, они шоколадные, без добавок, по-моему. Ну, я имею в виду эти орехи, там и что добавляют в конфеты, изюм, вафля, это изюм, что еще, какие-нибудь еще сухофрукты добавляют. Вот обычные конфеты шоколадные. Это, кстати, не реклама. Это мое наблюдение. Так. Вкусовые ощущения. Да, и вкусовые ощущения. Очучения. Вкусовые. Национальная тут вышивка на конфетах нарисована. Да. Ты скажи, что тебе продукция нравится, Белорусская продукция. Не только конфеты. Консервации, конфеты, яблоки, конфеты, соленья разные. Угу. Сыры, молоко, колбасы, разные всякие там, гастрономические всякие продукты. Очень вкусные конфеты. Завтра погода-то в Санкт-Петербурге. Интересно.
Ну сейчас плюс 7, но ветрено. Ветрено. А завтра плюс 5, дождь небольшой. Полная луна там. Нет, полная сегодня была. Полная, да? Да. Там чуть-чуть, наверное, это самое. Ну, чуть-чуть. Не совсем полнолуние, а это, может быть, краешек. Три четверти, короче говоря. Три четверти. Тебя не хватает чуть-чуть. Угу. Одной четверти не хватает. Три четверти — это много. Три четверти — это почти полная луна. Полная. Да, уже убывающая луна. Убывающая. Магнитное поле спокойное. Значит, активности на солнце нет. Как будет активность, сразу мы почувствуем это. Ну, когда болела голова. Магнитная буря. На ночь надо будет, наверное, форточку закрыть, потому что продует. Потом не встанешь вообще с дивана. Ты что же, бьёте, что спать собрался, что ли? Да, отдыхать. Я хотела посмотреть. Хватит на сегодня. Хотела досмотреть фильм. Тот с того раза еще не досмотрел. Досмотришь, завтра включу. Досмотришь, завтра включу. Что это завтра? Хотела сегодня. Ты сам не будешь спать до 3 часов. Все, мукбан закончился. Ой. Ой. Фух. Все. Фух. До завтра. Всем спокойной ночи. Вам понравилось? Тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Задавайте вопросы, пишите комментарии под видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. Главное, меня это мотивирует и придает стимул. Чтобы поддержать канал, тогда нужно
переходить по ссылочке, которая находится под видео. Большое вам спасибо. Все. Удачи, счастья, здоровья. Всех благ. Пока. До завтра. Да. Посмотрите трансляцию Мукбанг. Сейчас скажу. 23 октября. Потому что это видео выйдет попозже. Так что пока.